что вы делаете решения специализированные. Ну, это наши партнеры, да, делают. Да, вот. Но это, смотрите, это такая вещь, как сказать, как почистить зубы. Про это вот все в курсе. То есть вот, ну, оно так есть уже миллион тысяч лет. Вот оно реально так, да, уже вот работает. Эти тонкие настройки, что дают? А это новые сервисы, которые как позволяют. То есть, допустим, у нас сейчас появился новый сервис 1С товары, который позволяет закрыть потребности розничного магазина в части аналитики и повысить его рентабельность, ну не автоматически, естественно, то есть с помощью сервиса магазин при правильном его использовании может ощутимо повысить свои показатели, снизить свои издержки, найти ошибки там, формирования ассортимента, ошибки планирования, научиться точно выстраивать прогноз спроса на товары, чтобы не было дефицита ходовых товаров, чтобы не было излишков и затоваренности там на складе, чтобы не было замороженных средств. То есть с помощью этого сервиса, который причем стоит очень, ну, вменяемых и доступных сумм, можно отрегулировать свою деятельность и понять, действительно ли какие-то проблемы, они связаны с кризисом, или же это внутренние какие-то вот недоработки, и их можно, ну, скажем так, без регистрации и СМС довольно быстро найти и устранить. Насколько сложно человеку будет научиться пользоваться этим сервисом? Особой сложности нет, если они уже пользуются решениями 1С, а в основном все пользуются решениями 1С, то человек сам не будет заниматься настройкой и установкой сервиса. Это сделает партнер, но сам сервис, он интуитивно понятен. То есть товароведу там не откроется никакой сакральных каких-то откровений, и он не испугается. То есть это все очевидно, это то, с чем он работает каждый день. Но вот в чем есть еще плюс? Мы никогда не можем исключать человеческий фактор. Кто-то что-то забыл, что-то произошло, и нужный товар не был заказан вовремя, следовательно, у нас на полках образовался дефицит, какая-то пустота, компания не дополучила какую-то выгоду, не заработала денег. В сервисе есть функция автозаказа. То есть, когда мы уже знаем, у нас сформирован ассортимент, мы нашли уже ошибки, мы все проанализировали, мы выявили, что нам нужно закупать, в каком количестве, с какой периодичностью, у какого поставщика. У нас есть какая-то, допустим, сформированная заявка с перечнем наименований и их количеством. Автозаказ. Он напоминает, присылает уведомление в почту, что, ну, ребята, пора покупать новую партию. То есть мы фиксируем минимальную партию остатков. То есть как только мы снижаемся хотя бы на одну позицию, тут же приходит уведомление. При этом товаровед, он может подкорректировать вручную наименование их количества, ну, если там он считает, что нужно сделать именно так, и отправить поставщику. Угу. То есть сложностей вообще никаких, с этим справится любой, кто работает в рознице. Это же облачное решение? Это облачное решение. Для компании, для розницы есть вообще очень классная фишка. Это интернет-каталог товаров со штрих-кодами производителя, который можно скачать совершенно бесплатно в свою номенклатуру. То есть не нужно ее заводить вручную, не нужно ее вбивать. Там все сделано правильно и нужно. Причем, если в номенклатуре магазина уже есть этот товар, ну, по штрих-коду сервис, он считает, что это аналогично, и он не будет его дублировать и заменять. То есть он останется как есть. Единственное, с чем он не работает, если у магазина есть какие-то свои внутренние штрих-коды. И это действительно очень важная вещь, потому что каждый раз ведение товарного справочника – это, в принципе, ну, трудоемкая задача. То есть мы сами видим неоднократно ценники в магазинах, которые выглядят иногда очень смешно за счет каких-то сокращений. То есть люди это делают вручную, они тратят на это время. Теперь этого можно не делать. В каталоге порядка 100 тысяч позиций популярных товаров, около 2000 товарных групп, и этот список постоянно расширяется. И магазины могут загружать его себе совершенно бесплатно. Удобно. Да. Аналитический инструментарий, ну, то есть он может быть бесконечно огромным, но вряд ли магазину и любому пользователю нужны все возможности. Это как с телевизором, мы не смотрим все каналы, даже если у нас их 150. Мы выбираем только то, что нам нужно. И магазин может использовать вот функционал аналитики в том составе, в котором ему нужно, и при этом понимать, что происходит в магазине, с какой эффективностью он работает. Какая выручка, какая прибыль, то есть там вплоть до того можно понять, насколько эффективно используется торговая площадь, которая отводится под какую-то группу товаров.
То есть и совершенно не обязательно, что есть прямая пропорция, что чем больше у нас полок с каким-то товаром, тем больше прибыли он приносит магазину. Это не так. Да, это не так. И стоит это все удовольствие всего 1700 рублей в месяц за один подключенный магазин. То есть мы считаем, что это очень доступно, это бюджетно, и при этом очень емко и полезно. То есть мы хотим развеять заблуждение, что 1С – это обязательно очень дорого, очень сложно, очень непонятно и очень страшно. Это не так. 1С – это очень легко, удобно, и мы понимаем потребности рынка, и мы стараемся своевременно их закрывать и предлагать какие-то релевантные, интересные решения.